Ну что ж, и мы начинаем. Посмотрим. Райз за зонерского персонажа набегает и начинает прессить. А Руфус за персонажа, который должен драться вплотную, убегает. Что происходит? По-моему, они перепутали персонажей. Так, вот такая игра. Вот он нейтрал. Райз не садится под Хунаем. Продолжается нейтрал игра. Руфус был открыт, но ненадолго. Пошел прессинг бомбами. Руфус отстепил антистеп-лоу-удар. Щито. Теперь он перепрыгнул антистеп-лоу-удар. И это рингаут. Да. Успел еще броню до красна нагреть. Злостный Руфус. О, хороший степ. Вот он, 2-2-Б. Вот она, вся сила 2-2-Б во всей красе. Пошел дальше прессить Руфус. Еще бомба ВСА. Продолжается прессинг, ломается броня. И это рингаут. Нет, это просто КИО и рингаут. 2-1. Ой, путаю, 2-0 по раундам. Происходит практически ничего. Так, Руфа скинул кунай. Шися. И нихера не происходит. Еще кунай. О, Райз сел под кунаем. Что происходит? Шишиська. Паня шишиська. Ги не проходит. Надо включать Soul Charge. И прессить. Да, now. Time to go wild. Сейчас нам Сунгмина покажет свою дикую сторону. Дикая сторона ходьбы. О, это... Что это было? Это было куча дамага. Не проходит этот Little Hit. Вифит этот лоу-удар. Еще раз вифит. Руфус опять начинает свой дьявольский прессинг. Два. Руфус запорол 6. И 2-2-Б. Ням-ням-ням, как вкусно. Ух, 2-1 по раундам. 6-6, 2К. Руфус смешер. ВСБ. О, нет никакого продолжения. После этого Ги ожидал раньше, что Руфус будет делать. Реги или что-то в этом роде. Надо врубать Soul Charge. Пора уже врубать его. И 2-2-Б. И это рингаут. Нет, это не рингаут. Можно же было с рингаути, черт возьми. Что же предпримет Райз? Потратит ли он этот бар в этом раунде? Еропин! Вот мы ждали Еропин! Наконец-то увидели его. Кунай. Отлично, вивпанш, это килл! Да, это килл. 2-2 по раундам. Райз просто играется со своей жертвой, как хочет. Неплохая нейтрал игра от Руфуса. Бросок. Отлично. Лоу выпрыгивает из-под этого чудовищного вейкапа. Руфус отвечает броском. Soul Charge. Time to go wild. Посмотрим, как будет прессить Райз. И как-то невероятно попадает сейчас Руфус. И врубает свой Soul Charge. Черт возьми, и Райз не садится вплотную под кунаем, отжирает много дамага. Набегает на Руфуса, делает шишистя, врубает свой Soul Charge. Лоу, Еропин. 2-2-Б, не успевает завифпанишить Райз. Не продолжил почему-то шишистя. Лоу. Руфус рвет, лоу бросок. 2-2-Б. Это не будет килл, но они сравнялись по хп. Один Еропин, и ты труп. Что же предпримет Райз? Что же предпримет Руфус? У Руфуса еще есть бар. Он может на реакцию прожать ЦЕ. Нейтрал игра. Какое напряжение. Черт возьми. И читерский 2К добивает Райза.
О, вот. Напряженные, конечно, игры Райза против Руфуса. Ох, знает персонажа Руфус. Ги. Попытка лоу-броска не проходит, он рвется. Паниш 2-2-Б. Где вип-паниш? Почему не было вип-паниша, черт подери? И это входит в Little Hit, отлично, это будет много дамачка. О, вейкап отличный, Еропин. Бомба. 6-6, А6. Руфус отжирает палкой в глаз. Еропин. Нету нокдауна, потому что попал вплотную. Бомба. Ги. Руфус вифает Ги. Паниш А6. Два лоу подряд. А6. Лоу не попадает в Little Hit. И 4-Б. 6-6-К. 6-К попадает в хит. О, отличный лоу-удар. Руфус прокатывается под ударами и делает какую-то хрень. Я не понял, что произошло. Продолжается это чудовищное напряжение. Господи. Волкомба! Да, это волкомба. Нет ресета волкомбы. 2К. 3К. Солчарж. Отличный лоу. И еще один лоу добивает Райза. Ох, но как мы знаем, Райз играет хорошо только под угрозой проигрыша. Еропин. Пора включать солчарж. И отличный степ, но нет никакого вивпаниша почему-то. И, наконец-то, Райз включает солчарж. Вивпаниш хороший. Не дотягивается и гикает все. Нет, это не рингаут. Бомба. Нет вивпаниша. Бросок. Рвется. 2-2. Какой-то мэш. Я не знаю, как это... Как... АБ. Нейтрал. Что происходит? Топот. 8. Еропин. Как затречил этот Еропин? Почему он не снокдаунил? Опять топот, топот. Топот, топот, топот. Господи, у меня сейчас голова закружится. Так. Это еще не килл. Но Руфус продолжает прессить у стены. Нету солчаржа, чтобы выбраться из этой ситуации. И Руфус...